Привет всем. Сегодня 25 мая мы собрались на Апатиты. Фосагра отмечает годовщину 70-летия. Не Фосагра, а Апатиты именно. Фосагра. Почему Фосагра? Фосагра находится гуляет. В Кировске. А это в Апатит в находится? В Апатитах тоже Фосагра. Да? Да. В прошлом году 45-летие в Балаково было. Я показывал, как там прошло. Сегодня 75-летие. Ага. Ну сейчас 90 покажем. Лет какого-то комбината там будет именно Апатитского. Ну, короче, приедем, узнаем. Да, приедем, точно. Посмотрим, соответственно. Сейчас мы на электричку едем с Полярных Зорей. Да, вот здесь да, вот Апатит. Вокзал Полярные Зори. Тоже ждем. Минута будет всего как бы стоять электричка. Будем успевать заскакивать туда. Ну, постараемся доехать и показать вам самое-самое наилучшее, самое красивое, самое прекрасное, что будет происходить там. Все, поехали. Мне все интересно, что здесь находится? Где? Да вот здесь, за этой дорогой. Там чайник. Это видео, да, вот? Ну вот, сели мы в электричку, минута стояла, успели запрыгнуть. Сейчас двигаемся в сторону Апатитов. Там реально будет праздник, мы надеемся, что будет все хорошо. Появились шути, которые маринованные армяне, короче, делали. Да, заказываю. И, соответственно, ну, погода, она, конечно, не радует. Сегодня дождь у нас. Да, здесь всегда дожди. Нет, вчера, конечно, была хорошая погода. По это было, как бы сказано, что без осадков. Ну, осадки есть. Может быть, там их нет. Ну, как бы сказали, там солнце. Ехать сейчас. Ну, как приедем, отметим. Это мост, через который мы ездим на работу. Да, 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 да. Сейчас проедем реку Нива, да, или это не река там? А, да, кстати, мы еще подожди. Нет, через мост, по-моему, проезжаем. Нет, а это стоит там, вот она вот. Посадивающая земля холодная. А, это куда мы хотели дойти? Да, или да. Или да. Алло. А, нет. Вот она, речка, да? Это на Ниву 2. Поселок. Ну вот эта станция, до которой мы хотели дойти. Гидроэлектростанция. После войны еще не восстановили. Построены же по этим этим. Меркам. Одни печки остались. Зато по станции целые. Никто их давно не чистил. Станция. Станция какая-то.
июня, там середина. Ну, мы сгоняем. Там было раньше. Че, смотри, горы большие-то, да? Да? Горы большие, говорю. Ну, они не все большие, но они большие. Знаешь, они прямо такие клиенты. Я тебе показал Вардабанный гор, который 8 километров. Фашистский какой-то, как это, Эверест. Здесь город, я первый это раз. Просто сам, это понятно. Ну, сейчас по. Но если первый человек, новый человек приедет сюда, выйдет, да, на вокзал и вообще здесь, не видит, типа, да? Типа ни города, ничего, блин. А даст 130 рублей, блин. 130 человек. Рублей с каждого даст человек, охерели, блин. Ну, ладно, сейчас мы сейчас переговорим. Доедем до города. Посмотри, как здесь стоит Audi. Будешь покупать? Зеркало сломано, блин. Это, чё, наверное... это уже Audi. Здесь, видимо, Audi не любит. Машина таксиста, который не нашел своих клиентов и до сих пор ищет. Так там таксист, наверное, тоже. Мумиё. Ну вот, приехали мы наконец в город Апатиты. Сразу, говорится, с корабля на бал. Жарим шашлыки. Вот Максим. Максима, ну, можно, Максим, можно? Максим, можно. То он против будет. Кстати, это хозяин гаража. Да, хозяин гаража, гараж шикарный, чистый, классный. Мангал шикарный. В гостях. Вот. Соус типа под пивом. Посол по твоему рецепту, да? Ну да. Мы не мой рецепт, мой рецепт общий. Да, покажем. Ты точно капаешь, что ли? Ножка, тоже мясо уже сразу схватывается.